Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И сегодня хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. Если вам важно с этим побыть, то можно и так оставить. Это ваш личный выбор. А вот эта фраза, она скорее не вопрос, а ремарка. Она относится к той ситуации, когда клиент по каким-либо причинам хочет отложить тему исследования, ну, которая была затронута в процессе взаимодействия. Здесь очень важный момент, что коуч по правилам этики обязан следовать за клиентом и никоим образом не навязывать свое видение того, что нужно исследовать. То есть, если клиент по каким-либо причинам не хочет исследовать какую-либо тему, которую он сам же затронул, либо которую предлагает коуч, то коуч двигается за клиентом и не настаивает на том, чтобы двигаться в направлении, которое для клиента в данный момент некомфортно. Просто может оказаться, что через какое-то время у клиента на какой-то второй, на третьей, на четвертой сессии уже может измениться либо уровень доверия к коучу, либо может измениться внутреннее состояние, либо в процессе работы произойдут какие-то другие изменения, и уже после этого клиент более охотно и с согласием как бы двинется в сторону исследования той вот темы, которую пока как бы в данный момент ему не хочется исследовать по каким-либо причинам. Я еще раз, коллеги, повторю вопрос, ремарку вернее. Если вам важно побыть с этой темой, с этим вопросом, с этим моментом побольше, то это ваш выбор. Естественно, и, конечно же, это время должно быть вам предоставлено. Всем добра, пока-пока.